Здравствуйте, дорогие! На дворе весна, новая жизнь бурлит. Мы уже ее чувствуем своими клетками, своими полями, телами. И мы с вами уже понимаем, что мы стали другие. Все изменилось. Но еще какие-то старые программы нам создают какую-то побочную вибрацию. А вдруг это не так? Да все так. Это просто старая жизнь еще вас пока не отпускает до конца. Вот чтобы она вас отпустила, и чтобы вам хотелось самим, чтобы она вас отпустила, эта старая жизнь, я предлагаю вам челлендж Высшего Я Майка Куинси от 18 марта 2016 года. Когда вы действительно почувствуете, что весь мир изменился, многое происходит, поскольку свет пробуждает все больше душ к истине своего существования. Слишком долго вы буквально удерживались во тьме, но сейчас начинаете реагировать на высшие вибрации. Вы разорвали кокон забвения и начинаете понимать свое истинное место во Вселенной. Если бы вы только могли охватить всю истину своего великолепия и занять свое истинное место как существо света, снимается покров тьмы, и вы постепенно постигаете свою судьбу. Вы намного больше, чем вы вынуждены были верить. И поскольку вы начинаете осознавать истину, вы сбрасываете оковы, приведшие вас к, в кавычках, заточению на земле. Правда больше не может скрываться от вас. И вы уже узнаете о лжи, которая утаивала от вас истину. Сейчас все меняется. И некоторое время вы будете наблюдаться, вами будет наблюдаться беспорядок, поскольку новое смешивается со старым. Однако все продолжает с ускорением идти вперед. И только вопрос времени, когда истина станет очевидной. Темные все еще могут задерживать прогресс, но у них больше нет той власти, которая была раньше. Будьте уверены, что вы находились под защитой галактических сил, и они не позволят узурпировать план вашего освобождения. Свет на Земле повысился настолько, что вы быстро приближаетесь к Вознесению. Однако многое нужно сделать для вашей подготовки. И тем душам, которым поручена эта задача, оказывается помощь в выполнении их работы. Время работает на вас по мере того, как старые способы становятся бесполезными. И скоро вы совершите огромный скачок вперед. Время искажений, в котором вы жили, скоро останется позади. Но знайте, что по мере того, как изменения будут ускоряться, вы должны успевать за ними. Не будет недостатка в руководстве. И есть достаточно помощников, чтобы гарантировать, что перемены пройдут без труда. Также важен фактор времени, поскольку вы должны стать частью изменений и легко приспособиться к ним. Многие из вас, вероятно, следят за сообщениями своих наставников, которые уделяют много времени, чтобы информировать вас о событиях. Изменения превзойдут ожидания многих людей. И они произойдут очень быстро,
проведя вас через самый захватывающий период роста. Многие души вовлечены в то, чтобы обеспечить перемены. Они ждали этого часа в течение многих лет и полностью готовы выполнить свою часть задачи. Мы в высших вибрациях заботимся о том, чтобы не волновать вас сильно, поскольку мы видим полную картину, которая уже открывает будущее. Мы взволнованы тем, что ваше путешествие в низких вибрациях уже почти завершено. И стараемся не создавать впечатления, что перемены ближе, чем они есть. Допустите, что изменения могут начаться медленно. Мы видим панорамный вид вашего будущего, и это является одной из причин, почему мы так уверены в этом. По большому счету, вы хорошо отреагировали на задержки, которые были в последние годы, и помните, что в итоге это дало шанс повыситься еще большему числу душ. Мать-Земля достигла того момента, когда больше не может сдерживать изменений. И в этом еще одна причина, почему мы так уверены в грядущих переменах. Большинство из вас знакомо с вашей истинной историей и знает, что и Лемурия, и Атлантида закончили свое существование в результате катастрофы. Поверьте, что это прошло мимо вас. И вам предназначено. Добиться большего успеха. Когда на Земле прекратится вражда, это позволит человеческой расе задуматься над тем, что все вы единое целое. Одна человеческая раса, которая раскололась на фрагменты, забыв, что каждый из вас – хранитель своего брата. И то, что вы делаете кому-то, вы делаете всем. Пришло время научиться доверять друг другу. И скоро вы забудете изнурительное время и поймете природу безусловной любви. В каждой душе есть потаенное желание быть единой со всем сущим. И выйдя из низших вибраций, вы снова найдете свой путь к любви и свету. История темных веков скоро останется позади. И исчезнет в аналах веков. Вас ждет золотое будущее. И вам не придется слишком долго ждать прежде, чем оно станет вашей действительностью. Оно ваше истинное состояние бытия. Но то время, которое вы провели до него, дало вам колоссальный опыт, который позволил вам развиться намного быстрее. Так что предстоит поработать над тем, как вы шагнете в него. И предоставление будущего поможет поддерживать высшие вибрации,
поскольку темные отчаянно пытаются контролировать результат, прежде чем они поймут бесполезность своих целей. Предстоят смутные времена. Некоторые могут сдаться, другие посчитают честью умереть ради этого. Ни одной душе не будет отказано в помощи. И многие великие души света поддержат их. Даже на вашем уровне за вашими действиями внимательно следят. И для достижения успеха, оказывается, любая помощь. Некоторые могут сомневаться в этом, но поймите, что ваши руководители просто не вмешиваются в ваши кармические задачи, но помогают вам решать их. Карма, на ваш взгляд, может быть как хорошей, так и плохой, но все это часть необходимых вам эволюционных событий. Жизнь не является серией бессмысленных событий, и каждая из них – часть уроков, необходимых для вашего развития. Имейте в виду, что перед тем, как воплотиться на Земле, вы рассмотрели свой жизненный план и согласились на различные запланированные вами этапы. В этом ваши руководители действительно сыграли свою роль, поскольку самое главное, чтобы вы добились успеха в решении своих кармических проблем. Иногда это может быть очень тяжело, но независимо от того, насколько это может оказаться болезненным, в конечном итоге вы выйдете победителями. Часто карма затрагивает многие души, каждая из которых, в свою очередь, чему-то учится в результате нее. В этом случае ваши руководители предоставляют вам возможность разбираться самим, поскольку их ответственность за достижение удовлетворительного решения очень мала. Тем не менее, следует заметить, что в конце концов у вас есть свободная воля, чтобы выбирать самим. Жизнь, кажущаяся последовательностью случайных событий, на самом деле тщательно спланирована. Понятно, что там, где участвуют многие души, для того, чтобы все получили пользу, необходимо каждая, чтобы каждая душа сыграла свою роль. Вы можете, конечно, в кавычках переиграть ситуацию, но получив возможность удовлетворительного результата, вам необходимо будет пройти через все это. Однако по разным причинам карма может быть перенесена на последующую жизнь. Это сообщение принято моим высшим Я, и я оставляю вас с любовью, благословением, и пусть свет озаряет ваши дни и путь к завершению. В любви и в свете 18 марта 2016 года принято Майком Куинси.